зал на высшем уровне. Прекрасно все. Я думаю, здесь можно проводить и первенство мира, и Европы спокойно. А то, что меня сегодня приехали поддержать мои друзья, братья, это огромное спасибо. Они украсили этот турнир. И ребята, вы видели, очередь стояла. Огромное удовольствие. Я думаю, дотронулись до олимпийских чемпионов, до чемпионов мира, и я думаю, это событие они запомнят надолго и принесут им пользу. Более компактный формат встреч и непредсказуемая интрига. Именно этим и отличается детская борьба, юношеская борьба от взрослой. Да, так и есть, но Абдулмаджидов показал то, что можно 2 года подряд показывать хороший результат. Он в прошлом году был победителем первенства Европы. А так, да, много сюрпризов, которые рассчитывали то, что думали, выиграют. Первый круг кто-то проиграл, кто-то второй круг. Ну и лидеры тоже в прошлом году, кто были в сборной, показали свой класс. И уже виден рост в борьбе. И я думаю, они только будут набирать.